Надя Дорофеева анонсировала дебютный клип своего сольного проекта. Напомним, что ранее Надя выкладывала в своем профиле Instagram лишь картинки со съемок клипа, либо секундные видео без какого-либо текста с указанием названия трека и даты выхода. Но сегодня в 18:00 Дорофеева выпустила официальный тизер своего сольного клипа с названием «Горит». Премьера сингла состоится 19 ноября в 20:00 по киевскому времени. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!